Конкурс детских танцевальных коллективов – это не просто яркое и красочное представление, в котором блещет своим обаянием юные артисты. Это и спортивный азарт, и своего рода стимул, который заставляет ребят приходить в танцклассы и стараться на занятиях. Сегодня мы здесь увидим разные номера творческие, разного искусства хореографического. Это и гимнастика, и джаз, и народный танец, и бальный танец, современная эстрадная хореография. Те ребятишки, которые занимаются в разных филиалах школы «Вероника», и которые поставлены разными школами, областными городами. Это и Новосинеглазово, и Копейск. И вот те ребята, которые занимаются, сегодня будут выступать. Это их первые шаги. Для многих это первый опыт интересный, большой. Сложные коллективные постановки и парные номера разных возрастных групп. Подготовка одного такого выступления может занимать целые месяцы работы. Пожалуй, больше всего волнуются в этих обстоятельствах родители в зрительном зале и педагоги за кулисами. Я работаю уже 10 лет с маленькими детьми, и это уже такой образ жизни, а не работа по большей части. Хотя на первых порах, когда они только приходят, это, конечно, определенная трудность, когда ты пытаешься детям объяснить, что им надо стоять ровно и слушать тебя, а не кого-нибудь еще. Готовиться очень сложно. Ну, ты как переживаешь. Первый турнир я даже плакала вначале. Я боялась идти, но теперь хорошо. Ну, я уже привыкла на сцене выступать, но все равно немножко волновалась. Хочется первое место очень занять. Она как только встала на ножки, начала танцевать, и я поняла, что это ее. Нам очень нравится. Ребенок дает успехи. Ни одного занятия, ребенку очень нравится. Сейчас мы можем посмотреть, как у нее получается, не получается, это уже судим. Да, Лерочка? Нравится тебе танцевать? Красивая осанка, координация движений, общение с единомышленниками – это далеко не все, что дают человеку занятия танцами. Музыкальность, хорошие манеры, привитие вкуса – это все является для нас главной задачей, которую мы ставим перед собой и в спорте, и в образовании, и в культуре, и в целом воспитании подрастающего поколения. Чем больше выступлений, будь то кастинги, конкурсы или отчетные концерты, тем больше сценического опыта, а следовательно и уверенности в себе. А это качество – одно из главных для успешного артиста и спортсмена. –